Приморье проходят общественные обсуждения главного финансового документа региона на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. С 16 по 20 октября жители края могут в прямом эфире участвовать в слушаниях. Первые слушания уже состоялись. Сегодня они продолжаются. Специалисты обсудили вопросы дорог, ЖКХ, затопления территорий и другие. Жилищно-коммунальное хозяйство и транспорт. В жилищно-коммунальном хозяйстве мы рассмотрели вопросы, касающиеся непосредственно и ремонта и замены теплосетей. Вот, по ряду муниципальных образований, кроме того, были обращения со стороны граждан, связанные с системами водоочистных сооружений по населенным пунктам, по муниципальным образованиям. Были здесь обращения по городу Владивостоку, которые мы обязательно учтем, по тех сложных ситуациях, которые возникают в период ливневых дождей. Это по улице Пограничная, Западная, по этому району. Поэтому мы предложили, конечно, в этом году и мэрии города, Примводоканалу, экспертам, гидрологам, значит, включиться активно в проектирование. Мы поддерживаем это проектирование с тем, чтобы уже 2025-2026 год приступить к полномасштабной реконструкции всех тех ливневых сбросов канализационных, которые ежегодно в случае дождей затапливают эти улицы. Добавляется сеть общественного питания, строятся дома определенные, конечно, нагрузка на существующие канализационные сети возрастает, и ливневые тоже. Вот. Ну и мы видим, что из года в год это повторяется на протяжении там, десятилетий, поэтому надо к этому вопросу подходить более основательно. Мы такую работу городу предложили сделать вместе с нашими специалистами, и мы, безусловно, ее профинансируем. Кроме того, были рассмотрены вопросы газоснабжения, перевода наших котельных, прокладки магистрального газопровода между населенными пунктами, более активная позиция муниципальных образований по вовлечению жителей, там, где проходит газопровод для подключения своих домов, у нас представлены льготные условия для определенных категорий. Газ приходит на Хвотку, и здесь необходимо иметь большую программу по газификации города, на Хвотку перевода котельных. Большой блок был рассмотрен вопрос по дорожному строительству.